Рязань охватывает эпидемия фарного воровства. Кражи происходят, как правило, в темное время суток и на неохраняемых стоянках. Вот как это обычно выглядит. К бесплатной парковке подъезжает автомобиль. Ночные гости точно знают, куда идти. Разведку проводят заранее. Всего 1,5 минуты. И на месте фару автомобиля черные дыры. Именно таким образом на днях в Рязани за ночь из 8 машин марки Volkswagen Touareg вытащили фары. С утра я вышла из дома и увидела, что на моей машине нет фар. Их так аккуратно вытащили, что даже не сработала сигнализация. Когда я приехала в полицию писать заявление, то выяснила, что еще с 8 машин за ночь сняли фары. Все автомобили одной марки – Volkswagen Touareg. Самый настоящий рейд. Теперь придется покупать новые. По предварительным данным, кражу могли совершить жители Москвы. На данный момент идет следствие, информация уточняется. В отдел полиции Рязани поступили сообщения о хищении фар из автомобилей, припаркованных на улицах города. 4 кражи были зафиксированы в московском районе Рязани и одна в Октябрьском. Сотрудники полиции опросили пострадавших, установили обстоятельства хищений. Сейчас полицейские принимают все необходимые меры для раскрытия этих преступлений. Снимаются легко, стоят дорого. Дело в том, что создатели сразу нескольких немецких марок авто не особенно задумывались, с какими проблемами столкнутся владельцы автомобилей в суровой России. Это не только Volkswagen Touareg, это и некоторые модели Audi, Volvo, Porsche. Такая у них заводская технология, которая, в общем-то, во всем мире используется, и никому эти фары не нужны. Но в нашей стране, к сожалению, одна фара стоит новая 40 тысяч рублей, БУ 25 примерно, поэтому для некоторых это очень выгодный бизнес. Крепление фар у этих машин устроено таким образом, что на демонтаж уходят буквально секунды. Легко заполучив добычу, вор несет ее на разборку. На фары спрос большой, ведь они особенно уязвимы во время аварий. Для того, чтобы избежать этого, используются дополнительные устройства, которые не позволяют снять фару со своих мест. Используется либо дополнительное крепление корпуса фары, либо специальная блокировка механизма, с помощью которого она снимается. В некоторых случаях на корпусе фар размещают даже наклеечки с замочком таким, что фара защищена, но тем не менее, если злоумышленник будет пытаться снять фару, то внешние повреждения автомобилю он все равно наверняка нанесет, но фары вряд ли ему достанутся. То есть... Кто же в ответе? ДТП вызывайте ГИБДД, кражам звоните в полицию. Вот все, что могут ответить на парковках, платных стоянках и в гаражных кооперативах. Юристы рекомендуют составлять письменный договор, в котором четко указана ответственность администрации стоянки. Крайне редко, но суды все-таки становятся на сторону автомобилистов и заставляют хозяина парковки раскошелиться. Но найти и обезвредить получается только крупные банды, те, что угоняют автомобили. Специалисты по отдельным частям попадаются редко.